Всем привет! С вами Рыжие Будни, и сегодня мы приготовим замечательно вкусный салат, летний салат из баклажан и овощей с сыром фето. Баклажаны обязательно помыли. Режем баклажан большими кубиками, примерно 1,5 сантиметра на 1,5. Вот такими кубиками режем мы приблизительно, плюс-минус. Вот так вот получилось. Я порезал один баклажан, потому что мы делаем небольшую порцию. Если вы делаете большую, то режьте два. Берем глубокую тарелку, пересыпаем, берем крахмал картофельный и пересыпаем. Перемешиваем, чтобы все обволоклось крахмалом. Столовой ложки будет достаточно. Ни соли, ни специй, ничего не добавляем. Наливаем в сковороду побольше масла. Включаем большой газ и нагреваем хорошо масло. Берем шумовку и выкладываем синенькие на сковородку. Вот так вот равномерно распределяя по сковородке. Сразу не перемешиваем. Первая сторона пусть прихватится и запакуется маслом. Будем как бы запаковывать. На большом огне жарим очень быстро. Спустя 2-3 минуты, видите, баклажан начали запечатываться. Если видите, что мало масла, подлили чуть-чуть масла. Потому что баклажаны очень сильно берут масло. Часто не мешаем. После первого раза помешали, ждем, пока запечатается другая сторона. Баклажаны хорошо обжариваются, потому что мы посыпали крахмалом, и он не дает выступать соку в баклажан. И из-за этого нету каши. Они обжариваются полноценными квадратиками, как мы их и порезали. Сока, смотрите, никакого нету. Прошло минут 10, вот такие вот у нас загорелые кубики. И в самом конце берем 3 зубочек чеснока. Потерли зубочек чеснока, перемешали. Смотрите, кубики не слипшиеся, все отдельные. Потерли чеснок примерно минутку. Выключаем газ и даем постоять минуты 3-4, чтобы оно чуть-чуть остыло. Немного остыло и перекладываем в сухую тарелку. Вот такие хрустяшки. Это пока убираем. Теперь берем обычный сладкий перец. Можно красный, можно желтый, какой угодно. Убираем середину и нарезаем на такие вот тоненькие полосочки. Вот одного перчика будет достаточно. Можете смешать красный, зеленый, желтый, синий, как вам удобно, как вам больше нравится цветовая гамма. Налили чуть-чуть масла, разогрели сковородку и высыпаем перчик. Не надо его жарить, чтобы он был мягкий, просто обжарим на большом огне. Вот смотрите. Появляется небольшая пригорелость, выключаем газ, этого достаточно. Он не мягкий стал, он с небольшой маленькой корочкой. Перчик обжарили буквально 3-5 минут, получилась небольшая корочка, сразу выкинули сюда же. Берем 2 помидорки, я беру желтую и розовую, ну для красоты оттенков. Беру по половинке каждого и нарезаем большими кубиками. Чтобы меньше сока отдавал. Ну, чуть меньше, чем синенький. Высыпаем сюда же. Берем половинку вот такого вот красивого синего лука. Разрезаем его на четверть. И нарезаем тоненькими слайсами. Буквально тонюсенькими. Высыпаем сюда же. Берем, приготавливаем соус для этого салата. Для этого нам понадобится 4 ложки соевого соуса. 1 столовую ложку оливкового масла, 6% яблочного уксуса, 1 ложку. Берем наш салатик, берем базилик, отрываем листочки и вот так вот их хаотично рвем и кидаем. Отрываем, рвем, кидаем. Где-то рвем листочек пополам большой, маленький можно так кидать. Вот так вот порвали 2-3 веточки, кто как любит, кто любит больше, кто любит меньше. Теперь берем наш соус и выливаем вот так вот сверху. Ничего не надо, ни солить, ни перчить, вот перемешиваем. Что это? Берем красивое блюдо, ваше любимое, и выкладываем туда салатик. Еще не все, салат убираем в сторону. Берем 200 грамм сыра фето и нарезаем его маленькими кубиками. Примерно 1-1,5 сантиметра. Вот такими вот.
потом берем этот кусочек вот так раз и пополам. И достаточно будет вот так раз и два. Смотрите, порезали сыр, фету маленькими кусочками и теперь вот так вот его хаотично выкладывает. Сочетание очень бомбическое, очень вкусный салат. Он такой легенький, летний. Всем понравится, я думаю. Вот так вот разложили кусочки, как вам нравится. Как вам красиво, вы считаете нужным. И в конце еще берем и посыпаем кунжутом. Кунжутными зернышками. Очень красиво. Подавши на стол такой салат, вы удивите всех, а вкус его будет просто изумительный. Рекомендую. Вот такой красивый, летний, легенький салатик у нас получился. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будь добру, всем пока!